Всем привет! Мы сейчас будем наряжать елку. Давай, Рада. Вот. Я помогу сюда. Сейчас мы сначала ее поставим, соберем, да. А потом будем наряжать. Да. Так, давай, Рада, помоги, иди сюда. Ой, надо было ножницы или что-то взять. Вот это. Да все уже. Все, убирай, я уже. Так, аккуратно. Аккуратненько. А, ее даже тут делать особо, да, не надо? Так, давайте, вытряхните, что там есть у нас. А, скажите, ну так вот. Так, что там? Ничего нету. Нету? Ветер гуляет. А, вот подставка. Это тот момент, когда вы в голове. Так, сейчас посмотрю, как здесь подставочка у нас. И обычно... О. Ага, елочку будем ставить. Ты рада? Ага. Новый год, Новый год. Эй! О, все, подставка готова. Так, ладно. Здесь у нас там хоть видно? Видно. Так, подожди. Теперь куда-то сюда. Подожди. Открой это. Даже надо, наверное, сначала открыть, а потом поставить. Давай. Нет, так. Не надо, стой. Подожди, надо вот так. Я хочу открыть. Открывай. Открыть. Подожди, стой, чтобы она не упала. Вот так. Сначала вот эти розетки, а потом... Так. Вот так. Давай зеленток. Вот так. Аккуратно, не сломайте. Да, сейчас вот эти так распределим, а потом вот эти вот. Давай сначала так. Ну, мы сейчас ее распределим, и она будет не лысая. Подожди, Джилин, здесь надо открыть, а потом давайте аккуратно ничего не поломаем. Это вот сюда, а это сюда. Джилин, ставь сюда, давай, моя хорошая. Давай. О, опа, Америка, Европа. Давайте. Давай, Америка, Европа. Ну, не знаю, как говорят. Опа, Америка, Европа. Давайте аккуратненько. Но она такая у нас небольшая, да? Да, а вот этот ветер у нас. Нет, ты вверх не трогай, не трогай вверх. Аккуратненько распределяйте. Сейчас аккуратненько прям круто. Конечно, какое же счастье для детей Новый год. Самый любимый праздник всех. Да, потому что... Ты любишь Новый год? Да, потому что я получаю подарки, ну и счастье. Ну и вообще такое волшебство, правда? Да. Я верю вот в Дед Мороза, я вот верю в Дед Мороза, и Дед Мороз мне всегда подарки приносит. Да? Да. Да, верю в Дед Мороза. И девочка верная. Верная? Да. Верная. Молодец. Ой, ну, похоже, да, на ту елку, которая у нас была? Но у нас, по-моему, побольше было. Я не помню. Мама, еще и подарок. Еще? Так, давайте мы сделаем нормально. Не будем ее ломать. Ну, мама, смотри, я подарок. Хорошо, давай распределяй. Вот. Мне прическа не хочет. Сейчас нужно тут хорошенечко все распределить. Хорошо, мама. И... ее не сломать. Пусть она хотя бы постоит до конца. Мама, почему папа сидит, ничего не делает? Не знаю, не хочет, мы сами делаем. Что ж, заставлять, что ли? Наверное, будем. Так, ты собирай, собирай елочку. Хорошо. Лаву главное красивой собрать, чтобы на Новый год я, кстати, нарисовала маме, как мы празднуем Новый год. Да, мама? Да. У-ху, давай, ты наступаешь. И всем мама. Подожди, давай ты наступаешь. Спасибо, Джирин, молодец, правильно. Нет, включи, включи здесь. А то темно. Ага, молодец. Мама, собираем где два. Ой, конечно, муторно это дело. Делать. Ку-ку. Ку-ку, скажи, я зайчик.
зайка под елочкой? Ты зайка под елочкой? Ку-ку. Ку-ку, скажи. Ты зайка под елочкой? Я ходила. Да, ты зайка под елочкой. А котик выбегает прямо в зайку. Привет! Мама, как был? Привет! Там где? Привет! Сколько счастья! Только что капризничала, как начали собирать елку. Так сразу сколько счастья. И сегодня сделали укольчик. Просто она болеет бронхитом. Мама. А. Давай еще чуть-чуть осталось. Надо игрушки еще. Мама, не села. Ах, молодец. Мама, мама колет меня, как настоящий. А меня тоже колет, но да? Да, меня тоже колет, но мне ничего. Ничего, нормально? Да, мне нормально, я привыкла. Что, уже чувствуется Новый год уже? Да. Хотя бы чуть-чуть. Мама, и, кстати, у меня сейчас такое чувство, как будто мы настоящую притащили в дом. Да? Ну, настоящую нельзя, я думаю. Я вообще, кстати, у меня не было ни разу настоящую. У меня не было. А зачем? Во-первых, не, пахнет-то вкусно, но везде... Да, и потом везде будут эти иголки. Дай пусть живет елочка. В лесу растет. Нет. Эджелин, иди сюда, пожалуйста. Ты сейчас собьешь камеру. Эджелин. Мама, как было там дальше? На кухонку дальше. Елочка в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Мороз там что-то пел ей песенку, спи, елочка, бай-бай, что-то мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. Мама, а как где зайчик убегает прямо? Да. Где охотник убегает прямо в зайчик? А вдруг охотник выбегает прямо в зайчик? Да. Вдруг охотник. Пих-пах. Что-то ой-ой-ой. Что-то там. Мама, ты чего? Мама, вроде все, я распределилась. Мама, я эту елочку бы обняла и поцеловала бы, если она была бы настоящей. Но она игрушечка. Подожди, я тут что-то запутала. Иди скажи, пусть он достанет другие игрушки, которые в шкафу. Потому что я не знаю, где они там. Сама купила. Ну, ты точно у нас нет. А, я забыла. Знаешь, сколько у нас тут блестящих? Так что ли оно будет? Мама, где папа не принес? А? Ну ладно, сама расскажи. Лава моя не принес. Ну что, пока я устанавливала трибот, не получалось. В общем, девчонки тут уже поукрашали. Все на одном месте. Надо по разным местам. Надо наверху, а наверх, кто будет. Никто, вообще надо, знаешь, что? И Рада, знаешь, как правильно вообще? Внизу большие, наверху маленькие. Не знаю, где мороз. Чтобы елка... Так, знаешь, одна маленькая... А вверху будет украшать Дед Мороз пальто. Знаешь?
Хорошо, тебе нравится украшать елочку? Да. Я же русским себе собираю. Не надо, не собирай мне ничего, слышишь? Пусть наряжай. Хочешь? Пусть это ваш праздник, девочки. Наряжайте, как хотите. Именно, что я хочу сказать по правилам. Что-то я не пойму, что она как-то так непонятно тут стоит, что с ней. Давай. У меня куча. Вау! Иди сюда, вот теперь сюда вешай. Эджелина. Эджелина. Какая красивая. На, Эджелина. Вот здесь. Вот здесь вешай. Чтоб они как бы так были. На контрасте. А я пока еще не вешаю. Мам, если попадутся без крючков, нет, давай. Почему что тут есть крючками корочку? Больше уже нету здесь. Вот я думаю, что мы маленькие надо, наверное. Да, точно, молодец, все так и сделано. Я здесь как раз свой нос. Да, и реально можно так, молодец. Это я придумала. Вот это называется для мамы повесил. Да. Эдин Басма. Эдин Басма, как? Бурбасма. Будет показывать. Ну, прикольная Рада, молодец. Пусть будет так. Аккуратно, вы теперь ее не пихните. Love.
And a happy